Привет! Приветики, дорогие друзья! Мы с мистером Котом приветствуем вас в очередной раз на вот этой вот самоизоляции, которая, надеюсь, скоро закончится. Мистер Кот устал от меня, вот видно по его лицу, он уже все. У него как бы никаких эмоций нет. Посиди. Если ты не будешь сидеть, я знаю, чем ты займешься. Ты пойдешь все крушить, всю мою съемочную вот эту вот студию. Сейчас начнется, я знаю тебя уже. Итак, сегодня у нас с вами мейк. И сегодня у нас с вами супер быстрый мейк, потому что у меня буквально через полчаса прямой эфир, и мне нужно на свое лицо надеть какое-то красивое. Более красивое, чем естественное. Вы можете лицезреть, как я мастерски покрасила себе сама брови. Так сказать, плюс 5 к ловкости быть визажистом. Нашла вот какую-то краску у себя и вполне себе нормально так покрасила брови. Чувствую себя прям шик. Шикардос. В общем, что мы сегодня сделаем? Сделаем мейк, который вам будет классно делать себе повседневно, если вы тусуетесь дома. Потому что дома все равно надо быть красивой, надо быть ухоженной и надо следить за собой. Иначе есть вероятность того, что вы превратитесь в ожидании конца карантина в ждуна вот этого. Такого толстенького, в складочках, грустненького, такого унылого ждуна. Так вот, чтобы этого не произошло, давайте заниматься собой. И давайте все-таки уделять внимание макияжу каждый день. Я вроде бы об этом говорю, но на всякий случай лишним не будет. Что на лицо у меня нанесено? Это бибикрем Dr. Jart. Давайте еще раз покажу вам, как его хорошо бы наносить. Мне вообще, в принципе, в такой технике нравится наносить бибикремы. Растирайте его на пальчиках. Вот прям вот так. Разогреваете, прикладываете, растушевываете. Старайтесь растушевывать его по коже, а не растягивать вместе с кожей. То есть следите за тем, чтобы кожа у вас особо не тянулась. Проверьте там со всех сторон, чтобы не было никаких пятен. Но огромный плюс бибикрема, то что он всегда подстраивается. Плюс у этого бибикрема сумасшедшее какое-то ухаживающее действие. От него кожа прям такая холеная получается, красивая. Первое, что я нанесу, это цвет. За цвет сегодня отвечаю. Concrete Peach. Вот он, Concrete Peach. Вот оно для него лицо. Я чуть-чуть на пальчики нанесу. Максимум сниму сразу на губы. Пока вот на пальчиках самое большое количество, втираю в губы. Чуть-чуть на глазки. Прям такой прям быстрый мейк должен быть. Прям флэш такой. Прям вау, чпил, вжух. Вау-вау, уже красиво. Все, уже хорошо. Обожаю. Чуть-чуть на щечки растушевываем. Очень классно, мне нравится, как конкрет прям пальчиками растушевывается по этому BB-крему. Смотрите, какой у меня свежий румянец получился. Остаточки чуть-чуть можно вот сюда. Но здесь совсем надо растушевать хорошо, чтобы не было красного носа. Вот что тут у нас еще осталось? Еще на губы. Теперь берем Metalized Rose Silver, самый универсальный. Чуть-чуть его на палитру, можете прям в колпачок оттуда набрать. Пальчиком вот так набрали и вжух-вжух-вжух, очень шустро, поверх конкрета. Вжух-вжух-вжух с другой стороны. Чуть-чуть вот сюда, можно на губы чуть-чуть растушевать, на скулы немного и на кончик носа. Готово. Ресницы сразу красим. Тушь беру первую, которая сама на меня посмотрела, Лоранс. Вообще, если вот вам прям не хочется красить ресницы дома, можете и не красить, уже красиво. Красиво же? Ну, никто не поспорит. Так что, если ресницы вот не хочется красить, вот и не красьте, я накрашу, потому что мне надо сейчас, чтобы было видно глаза. Ой, тушь так обрадовалась, что я ее выбрала, что решила вся ко мне на ресницы переползти. Но это ничего страшного. Щедрость Клоранс мы поощряем. Просто уберем излишки туши расчесочкой. Good, good, very good. Сушим ресницы верхние. Что еще мы можем сделать? Мы можем накрасить губы ярко конкретом пич. Вот если не втирать его, а наносить плотно, как помада, то у вас будут такие классные нежные персиковые губы. Ну, вообще, нижние ресницы чуть-чуть накрасим. Ох, сейчас чувствую тушь-то. Захочет мне ресницы нижние так накрасить. Очень аккуратно будем, она сегодня как-то очень активна. У туши настроение Барби сегодня. Просто она стала как бы красить в 3 раза ярче почему-то. Карантин, он, видите, на всех действует. Ну что, щеточка? Нет? О, другая есть щеточка. Сколько у тебя возможностей развлечь себя, мистер Кот? Ну, в принципе-то готово. Мы можем чуть-чуть проверить со всех сторон. Не то чтобы мы можем, мы нуждаемся в этом. Каждый раз проверять макияж со всех сторон. И чуть-чуть... фиксанем это дело, фиксит паудер, прям в колпачок, и возьму кисть небольшую, вот такую, заматировали, вот здесь, заматировали, вот тут вокруг крыльев носа, подбородок, под глазками чуть-чуть,
Нос я не пудрю, чуть-чуть, может быть, вот здесь только. Потому что вот этот блик, он красивый. Этот блик красивый, его не пудрим, оставляем. Ну и вот. И что вот вы мне скажете теперь, что нет у вас времени краситься на карантине? Муж, дети, собаки, коты? Мы сколько времени сейчас с вами потратили? Со всей болтовнёй, это всего-то ничего. Но если вы хотите быть прям секси, а я вам рекомендую, потому что дома-то вообще можно разгуляться, так сказать, образы всякие на себя новые примерять. Мы накрасим губы красным. И как мы это сделаем? А прям сверху, конкрет Hot Red. До сих пор использую образец, который я утвердила. Ничего ему не делается. Я прям из тюбика нанесу. Он у вас на губах с конкретом Peach, который был до этого, немножко смешается. Получится тоже клевый новый оттенок, чуть-чуть более спокойный красный. Я вот сильно не вырисовываю контур, оставляю его немножко таким, как бы растушеванным, чтобы чуть-чуть его смягчить. Мы берем вот такую кисточку синтетическую, аккуратно смягчаем. В целом можно и не добавлять цвет на щечки. Пича вполне достаточно. Если недостаточно, можете чуть-чуть добавить. Но в целом меня устраивает. Ну вот пич добавил, можно Hot Red даже и не добавлять конкретно. Хорошенько так растушевать, чтобы он как бы изнутри такой был прям мягкий-мягкий-мягкий румянец. Ну, пойдем на вечеринку на кухню, а потом ванны. Вот они, карантинные будни. Все, побежала я прямоэфирить. Надеюсь, что вы со мной. Подписывайтесь на мой инстаграм Крыгина Елена. Елена Крыгина, точнее, на инстаграм Крыгина Косметикс, потому что там очень много вдохновения всякого макияжного. Очень много идет прямых эфиров с классными мейкап-артистами, прям художниками, очень творческими ребятами, которых я страшно люблю и поддерживаю. И следите за всеми нашими диджитал-включениями, потому что в четырех стенах задача самая большая теперь одна. Генерить контент. Наконец-таки на макияже, ютубы у меня более чем предостаточно времени. Спасибо большое за внимание. Не болейте, не хворайте. Будьте в хорошем настроении. Открывайте форточки, впускайте свежий воздух. Танцуйте, делайте зарядку. Всех целую, всем пока.